Сегодня государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович посетил одно из крупнейших предприятий Брестской области – Санта-Бремор, где встретился с трудовым коллективом. Здесь, в Брестском гарнизоне, выбрано это, наверное, одно из самых крупнейших предприятий, поэтому государственный секретариат, должностные лица Государственного секретаря Совета безопасности давно уже практикуют такую форму общения с населением, как выезд в трудовые коллективы и разъяснение основных моментов геополитической обстановки, военно-политической обстановки. Мы рассказываем людям о тех тенденциях, изменениях военно-политической обстановки, которые сегодня происходят в мире. И людей это волнует. Мы завоевали свой суверенитет, независимость, и мы готовы за них бороться и защищать их. С таких слов начал свое выступление перед трудовым коллективом предприятия «Санта-Бремор» Александр Вольфович. В ходе выступления он акцентировал внимание на основных тенденциях военно-политической обстановки. Подробно разъяснял о тех угрозах, которые сегодня формируются вокруг нашей страны, а также ознакомил с проектом обновленной концепции национальной безопасности. Не зря глава государства сказал, что надо страну провести по тонкому льду. Почему? Потому что против нашей страны, к сожалению, сегодня на фоне борьбы многополярного и однополярного мира, становления, развития многополярного мира, между, скажем так, борьбы между Западом и Востоком, сегодня Беларусь оказалась, как и всегда было в истории, в эпицентре, наверное, политических событий. Против нашей страны, к сожалению, сегодня развязана самая настоящая гибридная война в различных формах ее проявления. И в политической, экономической, и информационной, самое главное. Почему вот общение с трудовыми коллективами является важной составляющей разъяснения нашему народу, нашему населению, того, что сегодня происходит. Госсекретарь Совета безопасности в общении как с журналистами, так и с трудовым коллективом предприятия подчеркнул, что Беларусь была и будет миролюбивой страной. Такое личное общение с людьми, рассказать о том, что происходит вокруг страны, вот, ответить на волнующие вопросы, которые возникают у людей, это очень важно. Беларусь была и будет миролюбивой страной. Мы проводим исключительно миролюбивую политику, направленную на поддержание добрососедства, взаимного уважения суверенитета других стран. И ни на кому не навязываем, как жить, что делать внутри страны.